Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и продолжаем проходить с вами Hustle Castle. Так, история боев. На мой замок было нападение, и я потерял 13 очков PvP. Ну да ладно, не беда, как-нибудь перетерпим это все дело. О, ребята, поздравляю, у нас 18 уровень замка, это хорошо. Ну, наконец-то у меня краса получила 28 уровень, а маг 26. Это означает что? Что я красаве смогу одеть ионную секиру, которая давно уже лежит у меня в корзине. Но сначала мы сделаем, ребята, подарочки. Всем спасибо, кто присылает их. Ну что, ребята, я отправил подарки, забираю за это сундук. И теперь давайте соберем монетки и поставим наконец-то красаве и ее секиру. Где она у меня здесь лежит? Вот она. Конечно же, надеваем. Все, замечательно. Пока вроде бы больше ничего мы здесь сделать не сможем. Только лишь открыть сундуки. С чего, в принципе, и начнем. Так, еда, деньги и бревна. Хорошо. Ну, а здесь что? То же самое, только немножечко поменьше. Ладно. Ну, а в третьем? Неужели во всех будет одно и то же? Да, по ходу дела, ребят, так оно и будет. Ну что же, ладно, ресурсы тоже не бывают лишними. Так, давайте глянем. Так, тронный зал, это понятно все. Так, Дмитрий у меня просто так ходит, да? Без дела, как говорится. Надо что-то придумать для него. А вот что, это уже вопрос интересный. Так, Ева, иди сюда. Красава пойдет сюда. И Мак тоже сюда. Соберем свою компанию. И, наверное, ребята, с вами пойдем на карту. Давненько мы там не были, так что надо заглянуть. Ну что, маг добежал? Добежал. Все замечательно, все хорошо. Так, ну что, давайте глянем, что у нас здесь творится. Ух ты. Ну-ка, разведаем. Так, ну что, я могу сказать, что на него можно, в принципе, напасть. Даже, скорее всего, нужно напасть. Андреас, да? А, нет, Андреас — это персонаж, давайте. И Гельтруда он хотел назвать, наверное. Ну что же, давайте нападем и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Не такой он и мощный, как кажется. Так что давайте. Так, должны, в принципе, разобрать. Хотя, блин, какого хрена я лучника-то... Я же забыл его переделать обратно в этого, в лукаря. Он у меня с топориком бегает, ну вы сами видите. Так, ладно, этих ребят мы разбомбили. Все. Что мы получаем? Так, 25 тысяч золотых. Это довольно хорошо. Деньги мне сейчас очень сильно нужны, потому что нам надо расстраиваться. Ну и, соответственно, развиваться. Так, идите у меня лечитесь. Так, тебе надо сменить, братишка. Кого тебе сделать, магом или лукарем обратно? Давайте, наверное, мага из него сделаем. Ой-ой-ой, не хватает одного уровня, чтобы он смог носить хорошую броню. Печалька, конечно, ну ничего не поделаешь, оставляем все как есть. Так, подлечились. Теперь давайте поменяем их. Так, идите сюда. А вы у меня пойдете сейчас лечиться. Вот так вот. Оно будет самое то. А этот уже сам побежал. Да подожди ты куда-то. А, нет, все правильно, все правильно. У меня, ребята, сейчас такая идея фикс вообще в игре. Я хочу увеличить жилую комнату. Мне нужно 200 тысяч, понимаете, 200 кусков, чтобы я смог увеличить население своего замка до 25 человек. Вот и идем с вами фармить деньги. Если, конечно, у нас это получится. Сейчас как раз и глянем. Так, заменяем магию. Не знаю, ребята, не понравилось мне ни то, ни сё. Вот фаербол — это самое то, что надо. Так, что? Ну что же, ребята, я думаю, вполне можно его нахлобучить и поиметь с него немножечко денег. Так, 150. Такие неплохие вроде маги. Так, ну, меч обычный, ничего особенного в нем нету.
Давайте, ребята, раскумарим его, как говорится, по полной программе. Если у нас это получится. Но оно должно получиться, да? Да, в принципе, никаких проблем не возникнет. Ну и добиваем магов, естественно. Маг и лучник. Все, ребята откуривают. И мы получаем что? Ой, как мало мы получили. Блин, промашка вышла. Ну да ладно. Как говорится, главное, что победа есть. И у нас уже 1020 очков ПВП. Ладно, собираем ману. Так, у меня 20 человек, да, ребята? Я не могу призвать ребенка к себе в замок. А это печалька. Так, давайте расчистим здесь немножко места. Оно нам пригодится скоро. Будем расстраиваться, так что пока все равно время есть, пускай расчищается. А вы идите лечитесь у меня пока. И, наверное, и еще куда-нибудь с вами сбегаем по-бренькому. Посмотрим. Так, Ева у меня качается там. Правда, лентяйка она, но пускай. Так, где у нас враги? Вот здесь. Так, ну-ка разведаем. Блин, надо магию положить и заменить еще одну. Так, давай, давай, давай. Да не то, елки-палки. Вот сюда, конечно же, готовить. Так, ушки, так, ушки. Где же вы? Так, ну что же, Маркпот. Ну что же, я могу сказать, и этого, наверное, тоже можно попробовать. Да, уже герои пошли с четырьмя персонажами, поэтому, скажем, разом приходится все тяжелее и тяжелее. Ну, а дальше, как вы понимаете, будет вообще жесть. Так, да упади ты уже, елки-палки, а? Вот так вот, это другой разговор. И получаем мы, ну, 14 тысяч золотых, это уже получше, чем предыдущий бой, но все равно маловато. У меня всего 104 тысячи. Это еще нужно соточку как минимум мне набить. Да, на захватах замка я такими темпами далеко не уйду. Так, иди сюда, что ты там ходишь у меня просто так без дела, я не понимаю, а? Учи тогда алхимию на худой конец. Так, лесопилка. Как вы мало дерева добываете, а, ребята? Очень мало. Это печально. Алхимики там сидят себе, кумарят. Глебушка. А это у нас Аврора. Ну и как вы понимаете, они ждут ребенка. Но мы никак не можем его принять. Слишком переполнено у нас население. Вот поэтому я и хочу развить жилую комнату. Так, давайте еще раз пробежимся по карте. Глянем. Так, Николай, псих, Солтес. Что-то новенькое. По-моему, такого не было раньше, да? Сейчас мы его и посмотрим. Блин, я даже не знаю, что тут на 20% в течение 10 секунд. Блин, у меня последний фаербол, не хочу я его тратить, поэтому заберу броню. Так, ну давайте разведаем кого-нибудь. Николашу, например. Ого, 12799. Так, о, 354, неплохие финочки. 271, тоже неплохая сфера. 326, блин, ну он какой-то мощнявый, а. Где он такие, блин, берет орудия? У меня таких нету и не выпадало ни разу. Не буду я на него, короче, нападать. Так, а ты как у нас тут поживаешь? Давайте-ка посмотрим. О, вот это вот уже клиент номер один в нашем списке. Так, давайте его разбомбим по-быренькому. Никаких абсолютно проблем, никаких сопротивлений от него мы не получаем. Так, замечательно. И что нам дадут? Так, дают нам 23 тысячи золотых. Ну что, вроде бы как пошли дела на поправку. 127 тысяч у нас уже. И это хорошо. То бишь нам нужно еще 70... Точнее, 63 тысячи где-то надыбать, чтобы улучшить жилую комнату. Угу. Так, ну что, эти вроде отличились. Это даже не успел добежать, как вылечился по пути. Ладно, давайте еще сбегаем и глянем, что тут еще у нас есть. Вдруг где-нибудь какая-нибудь халявка. Жуст.
Ну, давай посмотрим, что там у тебя Just the... Так, ну, этот парень, да. Этот парень мощный, тут что не говори. Топорик 328. Так, этот что у тебя тут? Булава. Этот у нас маг. Ё-моё, броня на 5000 с лишним. Я хочу себе такие же броники и такое же оружие. Где они его берут? Блин, черт подери, а? Строит там у себя что-то. Не могу понять, что это он там. Коза, может, что ли, себя расстраивает? Да, развивается довольно быстро он. Так, ну а здесь у нас кто? Ну-ка посмотрим на него. 28 тысяч! Ядрить его на корень. Да ну нафиг, бросьте вы. Я даже рыпаться не буду. Ого, какие посохи прикольные. Колечко неплохое, в принципе. На 9 уровень всего? Ну ты что-то, паренек, схуднул на 9 уровень. Такие колечки надеваешь. Хм, интересно. Так, ну и псих у нас остался. Давайте посмотрим. 2613. Слушайте, ребят, я, по-моему, действительно окружен одной элитой. Мне некуда больше сунуться. Деньги нужны, а драться не с кем. 432 урона. Мечик, да? Нехило. И у меня, елки-палки, палочки, да, венички в руках у моих этих ребятушек. Ну, а ты порадуешь меня хоть? Конечно, порадует, ё-моё. Ого, классный посох. 300 урона в секунду. Ё-моё, как меч практически боевой бьет. Ёлки-палки, а. Вы посмотрите. 6391 бронька. Коломане. 440 ножи. Да ну нафиг. Куда мне с ним тягаться? Конечно же, это бесполезно. Но мощи, конечно, у него, да. Но, ребят, поверьте, это не предел. В игре есть намного круче, ребята. Так что это пока еще цветочки. Дело в том, что просто мне не везет со шмотом и с оружием. 28 тысяч мощей. Да. Что ж тогда мне остается делать-то, а? Ребят, я даже и не знаю. 12 тысяч, может быть, на Николая напасть. Попробовать все-таки. Так, ну что, так-то вроде бы как бы и не особо. Так, ой-ой-ой-ой-ой, красу-то как быстро распинали. Так, отлично, одного сделали. Так, краса встала. Встала, блин, ну беги ты, что? Ну какого хрена эти маги расстреляли? Блин, 20 очков потерял, а? Так, похоже, это, да понятно, что этот замок слишком сильный, и он нам не по зубам. Развивайтесь или оденьте улучшенное снаряжение. Это все понятно. Ну, у меня остается в данный момент только Николай. Больше я ни на кого там напасть не могу. На задание пойти по основному, как бы, этому квесту, я не знаю. Я этого голема уже сколько раз пробовал бомбить. Нифига у меня не получалось. Ребята, конечно, отписываются, что валили его мечниками и хилами, воскрешаниями. То бишь, воскрешали, хилились и мечники бомбили. Ну, я подумал, а как это реально, если он идет сразу на магов, на лучников и на магов? То бишь, он их роняет, они должны друг друга воскрешать или каким макаром? Я вот не понял этого, если честно, до конца. Надеюсь, он мне потом отпишется и напишет более подробно, как это сделать. Если я его, конечно, не добью быстрее, чем он это сделает. Так, ой, ребята, дело плохо. У меня кончилась магия. Боевая, в плане того, что у меня остался только хил и броня. Да. Ну-ка, Жаста глянем. 15 000 с половиной. Арбалетик неплохой. 283 урона в секунду. Так, секира, как у меня почти. Да, маг и еще один воин. Два воина. И арбалетчик, и маг. Колечко на крит плюс 91. Да не потяну я его, ребята, не потяну. Так, Абалан. Что тут у нас?
18 352 мощей. Тоже очень много, ё-моё. Вот это я попал в окружение каких-то просто великанов. Для меня, по крайней мере. Да, Матвей. Матвеюшка, что ж ты с этим посохом-то у меня все с воскрешением ходишь? Урон минимальный у него. Я его держу только ради того, что он может воскрешать. Но такое желание, что надо, наверное, будет сменить. А на что? Ума пока не приложу. Может быть, сделать из тебя воина, а? Ну-ка, давай попробуем. Меч тебе дал лучший. Броника у меня нет, ребята. Броника хорошего. Так, что у нас из этих имеется? 2339. Ну, так себе. Так, вот это, по-моему, получше будет, да? Давайте поменяем. Вот так вот. 2809 мощей у Матвея. И представьте теперь урон, например, даггера или лучника, у которого по 300 урона в секунду. Долго он простоит? Естественно, нет. Но у нас в данный момент нету никакого выбора. И придется, наверное, сходить все-таки такой компанией опять на этого Николая. Мы же Николая вроде пробовали бомбить. Так, топорики, все это слабое, все это ерунда. Вот в данный момент это самое... нормальная экипировка для него, если делать его как именно воином. Так. Хоть ему давай ножи, блин, и костюм этого, и тоже его в бой. Может, одних воинов наделать, а? Да не, это получится фигня полная. Без мага, без лучника нам не справиться. Так, ну что же, давайте. Так, здесь, по-моему, не то. Ага, вот он, Николай. 58 тысяч я хочу с него снять. Не знаю, получится, нет. Больно мощные ребята, конечно. 2540 урона по области. Ну куда нафиг? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если у меня у красы только 3000 хп, то бишь ей два раза достаточно выстрелить, и все мои слягут. Ну ладно, давайте пробовать. Чем мы тут рассусоливаем, как говорится. Ну-кася. Так, пошла, пошла маза. Понятно, а нет. Пухлый упал, короче, ё-моё. Так, ну, да, отлично. Давай, да какого, ну. Ну, давай, добивай. Да куда там, блин, ребята. Ну, как так, ну, еще минус 18 очков. Ядрите, Макорин, остался один маг. Ну, и мне слов нету, блин, просто, а. Ну что же еще можно придумать, а? Пока вообще никаких идей нету. Я даже не могу пофармить этих орков, потому что их элементарно нет на карте. То бишь вторжение пока не происходит. Сундуков мне не видать, как своих ушей. Соответственно, экипировки у меня в данный момент лучшей или новой не будет. Да, ну ладно, давайте мы сейчас отхилимся маленько. Так, что-то у меня Глеб... Так, у Глеба у меня 4 звезды. Он может тренироваться до 80 единиц. Как я понимаю. Иди вот сюда, будешь у меня качаться потихоньку. Все равно там пока делать нечего. Че б тебе дать-то? Ты у меня какого там? 3-го уровня? А, 4-го. А у меня нет на тебя ничего. Хе-хе. Я все это уже давно разобрал. Придется тебе просто так сидеть и вон карандашики точить. Так, это сколько ему? Ой, 2 минутки, 1,5 минутки ему подождать, и он получит уровень. Это, конечно, все ерунда. Так, возвращайтесь. А эта партия у меня пойдет лечиться далее. Так, краса, что ты там прихорашиваешься? Давай, возвращайся. Вот, ребята, и загвоздка, как говорится. Надо накопить 200 тысяч, а как? Не приложу ума вообще. Дерево копится, но... пока мы его использовать никуда не можем. Магическая лаборатория тоже, как вы видите. Так, что тут нужно? 170, 170 тысяч маны. Ля-ля-ля-ля-ля, да, конечно, вы меня порадовали, ребята. Так, ну что, вылечились? Давай, возвращаемся. Не знаю, опять что ли попробовать на этого Николая?
Видите, если бы у меня было бы два этих фаербола, я бы победил. Но так как у меня всего лишь один, я проиграл. Там буквально этого мага хлопнуть осталось на расплюнуть. Так, давайте-ка его выгоним, а? Так, подождите, а как это делается? Я уже забыл, как делается это выгонять. Ага, здесь. Отправить во владение. Я знаете, для чего это делаю, ребят? Я хочу посмотреть... Вот, Родион у нас родился. Каким будет уровнем Родион? Все-таки у меня там 3 и 4 звезды спаривались. И я хочу увидеть, каким будет у нас Родион. Сколько звезд у него будет. Ну что, ребят, давайте попробуем, может быть, я не знаю, 14 тысяч мощей. И нету никакой магии. Вот эта вот фуфловая магия, это все ерунда. Нет, все, я больше не буду это делать, я буду делать только фаерболы. Так, ну что ж, давайте попробуем его накумарить. Хотя я больше уверен, что ничего у нас из этого хорошего не получится. Так, ближний бой, физический урон, любая цель. Стрелки, любимая цель стрелки. Неуязвимость к физическому урону. Нихера он дает, братишка. Как же тебя бить-то тогда, если у тебя неуязвимость к физическому урону? Магами, по идее. Но ты магов сразу раздеребаниваешь. Вот так загвоздочка, ребята. Никак не ожидал. Да, надо бумажно подумать, как говорится. Ну, давайте сделаем так. Поставим Савелью, наверное, я посох на воскрешение. И попробуем еще раз завалить этого элементаля. Получится у нас или нет, я не знаю. Но все-таки попытаемся. Так, давайте, наверное, соберем деньги и отправимся именно к нему. Не знаю, мне кажется, он сейчас пойдет на него и завалит его сразу же. Так, и магии, как видите, у меня нету хорошей. Ерунда все. Хотя, смотрите, на пухлого напал. Так, действительно, у него какая-то сопротивляемость к физическому урону. Он практически не получает никакого дамага. Так, ну мои вроде как стоят. Да воскреси ты, блин, красаву. Ага, отлично, получ. Но он ее роняет. И осталось у него немножечко. Елки-то, вот если бы у меня было бы два посоха на воскрешение, ребята, два посоха, поверьте, ему уже была бы крышка. Потому что у меня бы воины падали, их, соответственно, воскрешали бы, и они продолжали бить. Да, а у меня всего лишь, к сожалению, один, да и то слабенький. Да, я хочу прекратить твое обучение. Иди давай учись, лучник ты мой дорогой. Сколько тебе там надо будет? 2 часа до уровня. А уровень мне нужно ему поднимать, потому что чем выше уровень, тем он сильнее и мощнее. Может быть, так попробуем пройти? Надо все способы нам с вами испробовать. Ну что же, давайте дождемся, пока у меня Глеб получит уровень. И, наверное, с вами немножечко отдохнем, буквально капельку. Так, Глеб, давай, там у тебя оставалось, по-моему, меньше минуты. Что ты так долго тянешь кота за усы? Так, сколько там? 1 секунда, все, он получает уровень. Мы забираем. И давайте, ребята, с вами увидимся чуть-чуть попозже. Ну, для вас это буквально 1 секундочка будет длиться. Ну что же, секундочка пролетела. Привет, ребята, продолжаем с вами играть. Так, Глеб у меня получил уровень. Так, я не это хотел. Давайте соберем деньги, яблоки, ману. И посмотрим, что у нас новенького на карте. По-моему, ничего не изменилось. Ну, хотя бы у меня есть 2 фаербола. А это уже хорошо. Так, давайте их поставим еще делать. Так, отлично. Ну, давайте приступим к сканированию. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой, 28 тысяч. Не-не-не-не. Иди прочь, я не буду на тебя даже и смотреть. Так, вольт какой-то. Ну-ка, что у тебя? 14 тысяч. Ну, смотрите, какие у него солдатики, а. Блин. Есть кто-нибудь поменьше-то, елки-палки, или нету? Так, давай, возвращайся. Ты у меня пойдешь. Подождите, я уже забыл. Ага, Ева. Ева, наверное, пойдет у меня тренироваться. Давайте ее сюда
в тронный зал, а ты пойдешь сюда. Да елки-палки, сколько тебе там до уровня еще надо, а? Ядрить тебя на корень. 30 минут еще. Нет, не буду я ждать. Прекращаем твое обучение. Ева, иди сюда. Так. Ну что же, давайте. Вроде компашка наша вся в сборе. Блин, ребенок еще не вырос, а? Значит, слишком мало времени прошло. Так, 14 тысяч. Давайте посмотрим. Угу, падла. 207 урона в секунду. Смотрите, у него маги стоят в боевой броне. Не в магической, а в боевой. Ядрить его на корень, а? Блин, ну он еще оказывается в игре. Значит, он у нас недоступен для атаки. Ладно, Николай, как ты там поживаешь у меня? Так, Николай поживает замечательно. Ай, как же мне хочется. Хочется и колется. Я не знаю, пробовать, наверное, надо. Так, а псих? Псих у нас большой, это я точно помню. Так, а здесь кто у нас? Ага, Жаст уже, по-моему, переместился куда-то вниз. 15 тысяч, почти 16 тысяч у него, почти. Да. Маг, арбалетчик и два воина. Слишком тяжело. Плюс, к тому же, не забывайте, что он стоит в замке. Там дополнительная катапульта будет бомбить по мне. Практически без вариантов. Ну и здесь, естественно, тем более. Да. Да-да-да-да, ребята. Остается только Волт. Но, как вы понимаете, он в игре. Нападать я на него не смогу. Ну а здесь-то кто у нас? Так, этот, по-моему, у нас большой, да? 20 там с лишним. 28 тысяч. Ну вот, о чем я, ребята, и говорю, что просто меня окружили такие войны, что я не могу даже пофармить здесь. Давайте попробуем на Николая еще раз напасть. В тот раз нам немножко буквально не хватило. Сейчас попробуем фаерболами его запинать. Да как так-то? Да как так-то? Ну, да ну, блин. Ну, давай. Блин, еще хуже, чем в тот раз мы сыграли. И еще минус 17 очков ПВП. Срань какая-то получается. Не могу, прям бесит аж. Что ж делать-то, а? Опять тебя в лучника переделать? Или в мага? Как мечник, ты какой-то ватный у меня. Слишком слабенький. На тебе арбалет. И где твой костюмчик? Где твой костюм хороший? Так, вот это, да? Ну а что, придется такой ставить. Другого нету, извините уж. Так, давайте их на отлечивание поставим. Пускай лечатся. Красава, иди. И ты следом. Так, что у нас тут получилось? Ага, 10 алмазиков. Забираем, естественно. Собираем деньги, яблоки. И у нас, смотрю, Глеб получил уровень. Тоже надо поднять. Какой там 8-й уровень бойца? Да, никчемный, конечно, пока боец он. Но пускай развивается помаленьку. Не знаю, будет ли из него толк. Скоро узнаем. Так, возвращаем этих ребят обратно. Ну, а этих, естественно, лечить. Все-таки хорошо, что я госпиталь увеличил. Теперь они у меня лечатся намного быстрее. Так, что здесь ничего. Так, эти все у меня пилят, пильщики. Не могу улучшить. Этот, наверное, тоже не могу. Я, по ходу дела, вообще ничего не могу сделать. Так, ну-ка, а здесь... 270 тысяч, не катит. 300 тысяч, елки-палки. Да, ребята, самое ближайшее, что я могу сделать, это жилая комната. Она требует всего 200 тысяч. Да, вот незадача-то, блин. Мне осталось всего 63 тысячи заработать, и все, и мы на коне. Но ведь видите, какая незадача. Враги сильные, мобов нету, зарабатывать не на чем.
Если только, конечно, выжидать время. Но мне почему-то не особо хочется. Давайте еще разочек просканируем здесь, где у нас Николай. Вот он. Психа, кстати, мы давно не смотрели. Давайте глянем. Да елки. Ой, у меня еще и фаерболы кончились. Блин, ну тут вообще, наверное, без вариантов получится. Ай-яй-яй-яй-яй, какой же попадос. Зачем я это делал вообще, эту магию? Так, псих, ну-ка глянем на тебя. 24 тысячи у него. Да, очень много для меня. Ну что же, остается только, опять же, Николай. Давайте, наверное, еще разочек попробуем. Выбора нету. Нам всего лишь разок его победить, и все. И мы сможем с вами расстраиваться. Так, отлично, пока хорошо. Блин, вот как только уронили мне красу, все, тут начинается погром. Полный причем. Так, отлично, ну-ну-ну-ну. Нет, теперь они убили всех магов и моих лучников. Ну фигня какая-то. Еще минус 16 очков, а. Вот незадача. Блин, ну. Ребята, одно расстройство, если честно. Вот честно говорю, одно расстройство. Или ждать, сейчас нам надо орков, на которых можем фармить сундуки и открывать их, получать там оттуда деньги и, может быть, возможно, шмотки. Или же как-то все-таки какую-то хитрую стратегию и убивать Николая. Но, как вы видите, магии у меня не осталось никакой. Ни одного фаербола, ничего у меня нету. Печаль. Голема этого тоже я завалить не могу. Какая-то тупиковая ситуация. Блин, и по ПВП я, конечно, скатился очень сильно. Очень сильно. Так, ладно, давайте. Так, кто у нас там слабенький-то? Где он? Нет, это все нормально. Где-то у меня... Ага, а, Савелий у меня 22 уровня. Иди качайся. Ну что же, ребята, я предлагаю, наверное, на этом закончить свой выпуск и встретиться уже в следующем, когда пройдет достаточно времени, все обновится, и мы сможем что-то с вами сделать. Всем пока и до скорых встреч, ребята. Не скучайте.